بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنار العقول بنور العلم فأزال عنها غشاها والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهاري إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ من فمِن الله سبحانه وتعالى من سبر لي سام بورشيني سيدة الأيام سيغني يوم الجمعة صام بورش ميستيف دومي الله سبحانه وتعالى Просим Всевышнего Аллаха, Субхану ва принять от нас деяния, благие деяния, простить нам наши грехи. И как Всевышний Аллах, Субхану ва собрал нас в этом самом наилучшем месте, чтобы также нас собрал в вечности Аля, вместе с нашими родителями, близкими, детьми, родственниками, братьями и всех тех, кого мы любим ради Аллаха, Субхану ва и любят нас ради Всевышнего Аллаха, Субхану ва а... На прошлой пятнице, на этом Мы говорили о примирении между братьями, тема была прощать, стараться прощать друг друга ради Аллаха, Субхану. Поэтому хотелось бы также сегодня чуть продолжить эту тему в контексте прошлой темы и поговорить о Аль-Ухуафилля Братство ради Аллаха, Субхану Что же такое братство ради Аллаха? Мы часто с вами слышим или в мечети, или на улице, когда встречаются мусульмане, «Ас-саляму алейкум, ахи, ассаляму алейкум, брат, это мой брат, я ахи, ахишка, или там сестры между собой, ухти и так далее. Но бывает такое, Аллаху а'лям, Аллаху а'лям, фи Аллах, Субханава лучше знает то, что в сердцах людей. И каждый человек сам знает, как он говорит, искренно ли он говорит слово «брат» или нет. Поэтому слово «брат» — это великое слово. У брата есть права, у брата есть обязательства на, для, для, по отношению к братьям, между братьями. Чтобы это не было просто слова, которые на языке у нас, а чтобы проникло понимание, что такое брат, давайте чуть-чуть вернемся в аяты Священного Корана и сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы понять, что же такое брат, когда мы говорим брат, когда мы говорим ахи, я тебя люблю ради Аллаха, давайте посмотрим, как же мы должны, не как нам кажется, не как мы думаем, а как Аллах от нас требует, как посланник Аллаха, саллаху алейхим показал, и как сахабы, ридван алейхим, любили друг друга ради Аллаха, субхану ва Во-первых, аль-ухуа, ни'мату мин Аллахи, азима. Братство ради Аллаха – это великая милость.

Однако хукм этого ята на распространяется. Только Аллах, Субхану Ва Та'аля, может объединить сердца между собой. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم في سورة الأنفال سيبشنا الله سبحانه وتعالى برشايسك بروك محمد صلى الله عليه وسلم يقول даже ты محمد даже ты будучи посланником Аллаха не смог бы объединить их сердца Даже если при этом отдал все, что есть на земле, все богатство, начиная с, со времен Адама, алейсам до судного дня, если бы собрал бы, отдал при этом ты посланник Аллаха не смог бы объединить их сердца. Однако Аллах ва объединил их. Отсюда мы понимаем, то, что когда брат любит своего брата ради Аллаха ва это Аллах ва объединил их сердца. Никто не может объединить между двумя сердцами, помимо Всевышнего Аллаха ва -та Также Аллах После того, как пояснил то, что он объединяющий, он нам, к нам, ко всем обращается и говорит: «СубханаВаллеяля, Вместе крепко держитесь, вместе. Джамиа, вместе держитесь крепко за ветвь Аллаха, ولا تفرقو, и не разделяйтесь». И не разделяйте, говорит, алейкум. Опять же, здесь Аллах Субханутиаля упомянул то, что братство это милость Аллаха. Испомните милость Аллаху, Аллаха по отношению к вам. Там немного сестер есть на первом этаже. Когда мы говорим братство, сестры также имеется в виду между сестрами, это тоже. Вот это любовь ради Аллаха Субханутиа. Не только к мужчинам и между женщинами тоже. Человек, какой бы он мощный, какой бы он сильный не был, он не будет сильным без своих братьев. Только со своими братьями он будет сильным. Давайте вспомним каждую пятницу, каждый из нас, Аллах, я думаю, прочитал сегодня сурат аль который э, читается по пятницам. И что там говорится? Говорится о тех фити, о тех юношах, которые были в пещере, Всевышний Аллах говорит о них, Поистине, они, фития, юноши, уверовали в своего Господа, и мы им указали и добавили прямой путь. В начале этой истории, не будем сейчас всю историю пересказывать, но Аллах Субхану сказал, фитья» – это группа людей, братья, они там пробыли в этой пещере. В конце этой истории Всевышний Субхану сказал, قلوبهم, и мы привязали на их сердца. То есть Аллах Субхану обращается к ним как к группе, к братьям. Посмотрите, среди них не был наби, среди них не был пророк, не было вахи тащири, не было откровения от Всевышнего Аллаха Субхану не было никаких чудес, муджизат. А что их спасло? Аль-Иха, братство. То, что они друг за друга держались, их это именно спасло, когда они находились, вы знаете историю с Хабалькаф, когда они находились в пещере, и до того, как они скрылись, что их спасло? Братство. Спрос, спасло их братство. Не было пророка среди них, не было откровения от Аллаха, не было каких-то чудес, каких-то аятов. Именно их спасло братство. Если посмотреть на сиру посланника Аллаха, саллаху то есть период, меканский период, то, что опять же пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, Собирались, давали Аркам ибн Аби Аркам, в доме Аркам ибн Аб Аби Аркам три года было даваться сирия, скрытый призыв. Это был первый институт, первый университет по изучению Корана. Братья там, Сахабы вместе собирались. Ахдель во время, в мединский период, когда переселился, Саллаху первое, что он сделал, первое, то что он построил мечеть и сделал братство между Мухаджири. محجرمي مكانسايان صارء فيج المدينة. ت كوجد داستتوين ووت محب ال لوبوف ررج الله سبحانه وتعالى. وناج آياته في منة حديث نصوص الشعية برشلوة في التغيب في الأخوة في الله اشت براسيا شب اللود المسلماني ويرشيبي در دروج ررج الله سبحانه وتعالى. ويقامة العلاقة بين المؤمن وأخيه على أساس الدين من وتتو استسترينيا.

посланник Аллаха, Аллах передавал слова Аллаха, Аллах Хадит Иркутси и сказал, поистине, заслужили любовь мою, мою любовь заслужили любящие друг друга ради меня. То есть тот, кто любит своего брата ради Аллаха, заслужил любовь от Аллаха. Заслужили также мою любовь те, кто навещает друг друга ради меня. И заслужили мою любовь те, которые поддерживают отношения друг с другом ради меня, сказал Всевышний Аллах Субхану Ва То есть, если мы, ты любишь своего брата ради Аллаха, навещаешь его ради Аллаха, поддерживаешь с ним отношения не ради чего-то, кроме как ради Аллаха, знай, брат мой, то, что ты заслужил любовь от Аллаха Субхану Ва Помимо этого, судный день, когда будет Яум любящие друг друга ради Аллаха Субхану для них будет отдельное положение в этот День им, великий день. То есть почему называется последний день? Потому что похожего дня никогда не было и не будет, как судный день. Но эти люди, любящие друг друга, аль манабир, минур на минбарах, вот это вот минбар называется, кафедра такая, куда имам поднимается, они будут отдельно стоять на минбарах, из чего минбар? Из Нура, из Света. Они отдельно будут там стоять.

В тот день, когда небо опустится над головами людей, эти люди будут под тенью Аршар-Рахман, под тенью Фидзиль-Аршар-Рахман, трона Всевышнего Аллаха Субхануа эти братья, любящие друг друга ради Аллаха Субхануа И не только под его тенью, а еще на мимбарах возвышены из Нура, которым будут завидовать пророки и шахиды. Но, однако, здесь есть условие, шарт. «Аньякуна лилла»

то, кто запрещал ради Аллаха, имеется в виду, запрещал своего брата на греховный, не толкал, запрещал, держал его за руку, то этот человек усовершенствовал свою веру. То есть его иман, иман камиль, его иман усовершенственный. То, кто любил ради Аллаха, не любил ради Аллаха, давал ради Аллаха и запрещал ради Аллаха, усовершенствовал свою религию. Отсюда что? Мы понимаем, иман, истекмалюль иман, ва тахаккак алейхим махаббатан Аллах. То есть, чтобы у человека был иман полный, усовершенственный, то здесь есть что условие, чтобы была любовь ради Аллаха Тааля. И эти люди будут тахтиаршан под тенью трона Аллаха Тааля. Поистине, это великая аля кавируха кабир. То есть, это братство ради Аллаха, это великая милость, и награда за это тоже великая от Всевышнего Аллаха Тааля. Иногда бывает такое, что один брат говорит своему брату, а ухиббу, а он может кто-то из вас тоже встречал такие вопросы, я люблю своего брата, но мой брат меня меньше любит, чем я его люблю. Кто из нас лучше? То, кто больше любит или, то, кто... или кого больше любит? Хадифи Сахаих достоверно хадисы, Пророк Мухаммад Саллаху сказал, وما تحب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. يسد روج دروج دوئي يُبِت رَادِى اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. То лучше из них то кто больше любит своего брата, чем он его. Поэтому, когда ты думаешь, سبحان الله, я своего брата люблю, я ему внимание уделяю, а он мне меньше уделяет, чем я ему это. Если ты его любишь больше, чем он тебя, значит ты лучше перед всевышним Аллахом سبحانه وتعالى. Поэтому этого брата, наоборот, можно обрадовать и сказать, «Хани ан Будь, радуйся, то, что ты лучше перед Всевышним, uh, мин Аллахи قурбан, Аллах То есть, чем больше ты приближаешься к Аллаху, Субхану тем больше ты начинаешь любить Аллаха и любить тех, тех, кто любит Аллаха То есть почему ты любишь ради Аллаха? Потому что он любит Аллаха. Почему ты любишь своего брата ради Аллаха Субханава Потому что он поклоняется Аллаху. Потому что он остерегается запретного, отстраняется запретного, выполняет повеление Аллаха. И ради этого ты его и любишь. И также есть сир, такой секрет. Кто, кто из нас хочет прочувствовать халяват иман, сладость веры, халяват или иман, то тогда здесь мы должны постараться своего брата полюбить ради Аллаха Потому что аль именно любовь, это кадыя-кальбия, то есть это дела, связанные с сердцем. И когда человек любит ради Аллаха своего брата, навещает ради Аллаха своего брата, он чувствует некий халява имен сладость своей веры, сладость своей вере. Также... Посланник الله صلى الله عليه وسلم "أن إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمهُ أنه يحبه" الله, то, الله وفي حديث الذي رواه إمام أحمد إمام أحمد حديث الله, صلى الله عليه وسلم. إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتيه في منزله Если из вас кто-то полюбил своего брата ради Аллаха, пусть он его навестит в его доме и скажет ему то, что он его любит ради Аллаха. То есть, то есть этот вопрос это ⁇ это милость Всевышнего Аллаха. Это любовь ради Аллаха не связана с компаньонством. Там, или, скажем, с бизнесом между двумя братьями есть бизнес какой-то масали, то есть какая-то польза друг от друга. Нет, ничего как бы ты от него не ждешь, он от тебя ничего не ждет, просто ты его любишь ради Аллаха Встречаешься с ним не ради, чтобы там обсудить какой-то разговор, какое-то дело, какой-то бизнес, какую-то там поездку. Нет, ради Аллаха у вас отношения выстроены на любви. Это не алатов, это не какие-то чувства, это не польза какая-то, это не шиар, это не лозунг какой-то, кричать и говорить, брат, я тебя люблю ради Аллаха, а внутри ненавидеть своего брата. Нет, именно это отношение ради Аллаха, субханава и любовь ради Всевышнего Аллаха. Кто это сможет прочувствовать в своем сердце, прочувствовать также сладость в своей веры. И здесь мы должны понять то, что фаида, из этого тоже есть польза. Любовь ради Аллаха, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, аль-мар'у, Ма ахабба, Человек с тем, кого он любит. Вот это ма'ия, вот это с тем имеется в виду не вы только в этой жизни, но также и в вечности. Брат за брата будет заступаться, сможет быть шафа, а, может делать заступничество в судный день. Поэтому именно вот это вот братство не только в этой жизни, но и вечной тоже. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, очень сильно скучал по своим братьям. То есть те, которые не по своим сахабам, а по нам с вами. Прочувствуйте вот это, эти слова, этот хадис. О, братья Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. О, братья Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иштакту лихвани, иштакту хвани. Я соскучился по своим братьям. Я соскучился по своим братьям. Сахабы, ридван Аллаху алейхим, курун Именно сподвижники, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи которые лучшие из поколений, Абу Бакр, Умар, Утман, Али, Тальха, Зубейр, все сахабы говорят, Алясни Ихвани, а не мы ли твои, не ли твои, братья, посланник Аллаха, мы же с тобой. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи соскучился по своим братьям, нет, вы, не мои, вы мои сподвижники, вы мои сахабы. А мои братья это те, кто придут после меня уверуют в меня, но при этом не видели меня в этой жизни. И посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, за них будет заступником в судный день. Это мои братья. Достаточно почета, уважаемые братья, то, что нас с вами, посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, назвал своим братом. Поэтому также мы должны в этой жизни выбирать братьев. То есть не каждый может называться братом. Не каждый может быть братом, как мне один из шейхов сказал, Субханаллах, удивительно, антахтару салат алейк. То есть своих братьев выбирай так, как будто ты выбираешь сав ряд тех людей, которые за тебя будут читать погребальную молитву, когда тебя будут хоронить. Кто бы из нас, из нас хотели бы, чтобы кто бы за нас читал джаназа намаз? такой-то богобоязненный, такой-то чтец, такой-то шейх, такой-то это, такой-то богобоязненный брат. Вот как бы ты хотел бы видеть, кого бы хотел бы, когда тебя эти же братья понесут на своих плечах в последний путь, помоют тебя, завернут тебя в кафан. И кого бы из них ты хотел бы видеть стоящим в первом ряду на твоей погребальной молитве? Вот так вот выбирай своих братьев, сказал, сказал один из ученых. В судный день, в судный день все будут страшиться, печалиться, бояться в судный день, а эти, любящие друг друга ради Аллаха, у вас что-то срочное, брат? Оставьте, потом прочитаем. А в судный день эти братья не будут бояться, не будут опечалены, потому что они будут по тронам Аллаха, по тенью трона Всевышнего Аллаха, на мимбарах, на кафедрах из нора. То есть, представляете, в судный день каждый день будет бежать, ребенок забудет про своих родителей, мама забудет кормящего ребенка, грудного ребенка. Каждый скажет на все, на все, на все, на все. Спаси меня, Аллах, спаси меня. А эти братья будут отдельно по тронам Аллаха, по тени тронам Аллаха стоять на мембарах из Нура. То есть какая великая награда за любовь, за братство ради Аллаха, Субхану И вот это братство не только в этой жизни, не только в судный день, но будет продолжаться и в раю, في الجنه الله سبحانه وتعالى قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الاخلاء دروزيا في صدق يوم يدوا друг другу врагами кроме богобоязненных то есть они в раю будут вместе друзьями богобоязненные есть хадис знаете суقل الجنه Которую будет по пятницам рынок в раю, когда будут братья собираться на этом рынке в раю, в джанна, да, Аллах сухан, я прошу Аллаху посредством Его прекрасных имен, Его возвышенных атрибутов. Чтобы нас, как сегодня в пятницу, собрал в этом доме, чтобы нас, Аллах Субхану с вами собрал на сухуль джанна, чтобы Аллах Субхан нас вместе собрал на рынке в раю, в джанна, в пятницу также. И чтобы мы вспоминали этот день, когда мы здесь были и вместе поклонялись Аллаху. А Небогобоязненные грешники, они будут врагами. Бывает, когда друзья собираются, чтобы ослушаться Аллаха, совершить вместе грех какой-то, зина, покурить, принять им наркотики, выпить алкоголь, пойти на дискотеку обидеть того-то, отобрать имущество от того-то. Они в этот брат, брат, друг, друг, но в судный день они будут врагами. Это не я сказал, это Аллах -Талли, говорит, наш Создатель. Кроме богобоязненных, все будут врагами, друзья, в судный день. Поэтому богобоязненный брат, он будет твоим братом и в этой жизни. И богобоязненный брат и в этой жизни тебя не оставит, и он тебе поможет и в судный день будет твоим братом вместе с тобой на мимбарах из Нура под тенью трона Всевышнего Аллаха. И в раю тоже будет с тобой вместе. Поэтому Джабер, рад Аньху то есть когда перед смертью Джабер плакал. Хотя что ему плакать, они все в раю, сахабы, сподвижники, все в раю. Почему? Спросили, почему ты плачешь, я Джабер? Первый он сказал, аля фиракль то, что я сейчас расстаюсь со своими любимыми братьями. То есть он чувствует смерть, меня похоронят, я перехожу, да, он в лучшее переходит к Аллаху, но однако буду скучать по своим братьям. И также скучать буду по посту, то, что у Роза то есть его сердце было привязано с поклонением и выстаиванием ночных молитв. То есть судный день, все, аль там райский обитель, отдых. Нету поста, нету ночных молитв, я поэтому буду скучать три вещи, о чем я плачу.

Лучшие из них это те, кто просит у Аллаха покаяния. Ты знаешь то, что я грешил, но однако ты также знаешь то, что я люблю тех, кто поклоняются тебе. Я люблю тех, кто подчиняются твоим приказам. Сделай это любовь к моему брату, который поклоняется тебе, приближением к тебе. То есть через это это или приближается к Аллаху через любовь к своему брату. На сегодняшний день, уважаемые братья, только тех, которым проявил милость Аллах Субханава Но однако большинство, видишь, алякат, то есть именно вот эта дружба построена на чем? На деньгах, на пользе друг по отношению друг к другу. их помоги мне в этом вопросе, я тебе в этом вопросе помогу. То есть мало вот этого братства ради Аллаха Субханава Именно искреннее братство ради Аллаха, о братья мои, я инна Не просто это как лозунг какой-то, да, знамя, то, что вот это мой брат, это мой ахи, я его люблю, а внутри не чувствуешь это, или когда нужна твоя помощь твоему брату, тебя нету рядом, а именно это что? Это, во-первых, ния асалиха. Искреннее намерение перед Аллахом, وتعالى, то, что ты любишь своего брата ради Аллаха. Также ан-насиха. Друг другу сделать наставление ради Аллаха. Если видишь, брат в чем-то ошибается, наедине дать ему насихат. Не так там жесткий, чтобы там что-то ему грубо сказать, чтобы он после этого у него появилось отвращение, а именно ради Аллаха сделать насихат наедине. Если кто-то нуждается, знаешь, у тебя есть возможность помочь ему, ради Аллаха, своим имуществом. Поэтому мы на сегодняшний день не, да не даем нашим братьям то, что положено им. Хасан Басри сказал, один из братов свою одежду напополам разрывал, если у своего брата не было одежды. Делил половину тебе, половину мне. Поэтому братья, Сахаба и таби'ин, они вначале смотрели, в чем нуждается их брат, перед тем, как они смотрели, в чем нуждается он сам. Аллах Субхану Та'аля говорит в Коране, То есть они даже сами нуждались, подвижники, однако они отдавали своим братьям предпочтение. И Всевышний Аллах وتعالى, сказал, кто смог освободить свою душу от жадности, от скупости, то те они преуспели и в этой жизни вечной. То есть алякат, именно братство должно, не должно быть на взаимных отношениях. Я тебе, ты мне. А когда ты брату помогаешь или любишь его ради Аллаха в этом ты делаешь не в своем сердце, мы не хотим от вас ни награды, ни похвалы, а делаем это ради Аллаха. Также, когда человек дает, бывает что-то, помогает своему брату, дает садака, и бывает такое, что он его упрекает там со временем. Забыл, когда я тебе тогда помог, сейчас ты мне помоги, сейчас я нуждаюсь. Он аннулирует все это. И это из одних людей, на которых в судный день Аллах даже не посмотрит. الله سبحانه وتعالى قال يريد يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا او верующие не аннулируйте свои садакаты свои милостями через упрёками не аннулируйте говорит субханаху ва тааля одна из картинок таких намаз الاخوه في الله عرض سعد بن ربيعه على عبد الرحمن بن عوف Ну что моле? ибн Рабиа когда Абдур-Рахман бин Ауф переселился в Медину. Сате ибн Рабиа был из жителей из ансаров, из жителей Медины. И он знает, что брат все оставил его в Мекке. И когда он переселился, он сказал: "У меня есть два сада. У меня есть два сада. Хади Катань, выбирай любой из этих садов, который тебе нравится. Половину богатства хотел ему отдать половину своего богатства. Вот." Хави это мое богатство. Половина этого богатства я даю тебе, мой брат. И даже до того, как Аллах запретил хиджаб, он сказал, у меня две жены, сейчас я с одной разведусь, возьми себе ее в жены. То есть такое братство было ради Аллаха. Но однако Абдурахман бин Ауф, он не был там, не был тот, который хотел ради брата своего нажиться. Он что сказал? Покажи мне, где у вас здесь медийный находится рынок,

не видели выше динара, не видели выше нашего брата ни динар, ни дирхам. То есть брат нас, наш был любимый для нас. Динар, дирхам, деньги, золото, серебро было для нас это что-то ниже, чем брат наш. Однако сейчас наступило другое время, когда динар и дирхамы стали выше наших братьев. Поэтому, когда человек что-то дал ради Аллаха, пускай он забудет, не вспоминает об этом. أدين السلف الصالح كرزاز ليدو إني لا أستحي من الله أن أسأل الجنة لأخ من إخواني وأبخل عليه بالدنيا بالدينار والدرهم أدين السلف الصالح كرزاز كدا يديلو دعاء за своего брата все мы делаем дуа за своих братьев да когда я прошу у Аллаха за своего брата я стесняюсь в это время почему я прошу за него рай но сам я жадничаю дать ему один динар или дирхам То есть я сам у Аллаха прошу что-то великое за него, джанна рай, но при этом сам Абхаль я говорит, не могу ему даже динара один дать, не могу ему деньгами помочь, не могу ему чем-то помочь, а при этом у Аллаха за него прошу рай. Я стесняюсь, Аллаха Масрук, У него был тяжелый долг, большой долг. И у его брата также, Хейтама, был долг. قال فذهب مسروق فقضى دين خيثمه то есть и масрук пошёл не свой долг закрыл а долг своего брата ради Аллаха. то есть у его брата хайсама был долг он говорит я пойду успею за себя закрыть давай за брата закрою вначале وهو لا يعلم خيثمه при этом не знал то что масрук пошёл закрыть его долг سبحان الله وذهب خيثمه فقضى دين مسروق ومسروق لا يعلم вот этот момент когда масрук шел закрывать долг за своего брата Хейтема, Хейтема шел закрывать долг за Масрука, а Масрук при этом не знал, что Хейтема за него закрыл его долг. То есть смотрите, какое братство, какая любовь ради Аллаха Субхану У обоих была нужда, но однако они предпочтили нужду своего брата перед тем, как закрыть свою нужду. Некоторые из Кену Дауна Дарахим, то есть оставляли, чтобы было неудобно, неудобство его брата не прочувствовал около его дома, оставляли какие-то и уходили, убегали. При этом каждый день вместе сидели, кушали, и он не говорил то, что это он, он его закрыл, его долг. Часто, когда вот, опять же, повторюсь, когда брат что-то помогает своему брату, он ждет в ответ тоже от него помощи. При этом вот это тем самым он аннулирует то, что он сделал. Поэтому мы, верующие мусульмане, если мы что-то делаем ради Аллаха, не должны аннулировать это, а именно выстраивать отношения с Аллахом, ждать награду от Аллаха, от Аллаха, субхану и не нуждать. Даже знаете что, когда человек бывает такое, дает ему что-то, говорит, брат, что я тебе должен, когда брат дуа делает за меня. Даже вот это не должны говорить чтобы не было, чтобы ради его, чтобы он за тебя сделал дуа. Ты ради Аллаха, Субхану дал, будет, брат, если он искренний тоже. Тот, кто не благодарен людям, это человек не благодарен Аллаху, как сказал посланник Аллаха, саллаху Даже брат знает, что он, если благодарен, он так и так будет за тебя делать дуа. То есть также сахабы что-то оставляли, какую-то любимую пищу для своих братьев. Хасан

Я и Абдулла Ауф. И он нас поприветствовал в своем доме и сказал, я не знаю, чем же вас угостить. Я ахлю аннахум филла. То есть, но хотя они, он понимает, то, что они его посетили, навестили, ради Аллаха ничего не хотят, ни еды, ничего. Но он говорит, я не знаю, чем же вас угостить. У каждого из вас, я знаю, сейчас дома есть и хлеб, и мясо. Лакин Однако я вас угощу тем, то, что в ваших домах я не видел. И говорит, он принес, говорит, мед, который уже замороженный, резал его ножом и нас кормил. То есть специально для братьев оставил это, когда братья придут, чтобы навестить его. Абу Джафар Мухаммад бин Али каждую джума звал своих братьев перед тем, как приходили на намаз. Я на то есть своих братьев перед тем, как время до намаза есть джума, приходите ко мне вначале, он их угощал едой, потом их их мазал дорогим запахом, хорошим запахом удом. И потом вместе они из его дома выходили и шли в мечеть. То есть такое убрасо было. Мансур бин Муатамир, كогда منصور ابن المعتمر أمر его дети، его семья، بسياح الله عمر ابن قيس المُلَأي فترة من الزمان كأي تفريم يفسيق دا فلما مات عمر كدا عمر أمر وكبر أولاده من منصور، منصور جيتي فيرس اللي استأله وجزر أصله، يتفقدون أحوال أهل عمر ابن قيس بعد وفاته. أنين بоборот خذين بسياح السيميو عمر قيس. то есть, помогали друг другу, но их дети тоже, когда выросли, то есть этого дети посещали этого, эту семью, его дети посещали их. Субханаллах. То есть вот такая была братство Ради Аллаха Субханаллах. И в конце, что хотелось бы сказать, уважаемые братья, когда даже нас всех понесут в последний путь, часто братья говорят, или некоторые говорят, почему всегда смерти говоришь и так далее. То есть мы верующие не боимся умереть. Мы знаем то, что мы умрем сегодня, завтра, через год, через 50 лет, иншаллаху всем долгой жизни. И главное дело, чтобы жизнь была в поклонении Всевышнему Аллаху. Но однако, когда последний путь, мы должны понимать то, что кто нас будет мыть? Опять же, наши братья. Кто нас будет заворачивать в кафен? Наши братья. Кто нас понесут на носилках для последней молитвы? Наши братья. Кто за нас будут делать джаназа? Наши братья. Кто за нас будут делать дуа? Наши братья. Поэтому, уважаемые братья, я во первую очередь самому себе обращаюсь и ко всем нам. Мы должны выстраивать братство ради Аллаха, субхану не ради какой-то нужды из этой жизни. И не должны мы на языках только играть и говорить, ты мой брат, а самого брата... Стафрула, предаешь своего брата. Часто бывает такое. В Аллахе часто, я, опять же, работая в мечети, я и другие мамы, они видят то, что брат, ахи, брат, скандалит, ругает. Из-за чего? Из-за мелочей этой жизни. Из-за динара, из-за дирхама, из-за доллара, из-за рубля, из-за евро. Готовы там ударить, убить, на честь, на имущество своего брата, на жизнь его даже посягают. Сами говорят, ля и ля Аллах, вместе читают намаз, вместе молятся. Субханаллах, Аллах, Субханаллах, запретил это. Это харам. Поэтому мы должны любить ради Аллаха, Субхану и понимать то, что я ахи, я ахишка, о мой брат. Это не просто лозунг, а именно это искренние слова, которые выходят из глубины сердца. Именно при этом мы все хотим довольствия не из этого брата только, а именно довольствия, в первую очередь, удовольствия Всевышнего Аллаха Субхану Я прошу Аллаха Субхану чтобы он нас собрал вместе братьями ради Аллаха, любящими друг друга ради Аллаха. Аля манабир Минур на мимбарах из нура тахта зилля арчар рахман яума ла зилля илла зиллю под тенью милости Всевышнего Аллаха Субхану Ватайна, под тенью его трона в тот день, когда не будет иной тени, кроме как سيناء في وشنو الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين